Я прямую дорогу ехал, просто он по зеркалам не смотрел и поворачивался. Сразу где ехал? По трамвайным путям? Ближе трамвайным путям ехал. По трамвайным, да? Да. У вас пассажиры были в машине? Конечно. Много было пассажиров? Ну, почти салон был. А быстро ехали? Ну, около 40. Ну и он, получается, с крайнего левого поворачивал. Он передо мной сразу поворачивался, я уже тормоз, дорогу видите. Он не отсюда выезжал? Нет? У меня сбоку автобус был, я его вообще не видел, он сразу выехал уже. Какой-то, какое-то мгновение получилось, так получилось. На рельсе. У меня обе колеса, задние колеса, не знаю, вот как были, но передние колеса у меня были на рельсах вот этих. И я перед поворотом убедил, что машины нету. Ну, как видимо, она вдалеке была, и я не учел его скорость. При этом он на тормозах летел в мою сторону. Вот вся история. На трамвайных путей или же с крайней левой полосы? Я уже с поворотником стоял вообще. Я не в движении был. Я с поворотником стоял в сторону, левую сторону. На левую сторону, вот, да. В какой полосе вы находились на момент столкновения? Я в момент столкновения уже стоял вот на трамвайных путях обеими колесами. Не знаю, задние на каким были, но передние у меня были на вторых трамвайных путях. В результате данного происшествия пострадал виновник предварительный данного происшествия, водитель автомобиля «Лада Гранта». Пострадавших в маршрутном такси не было. В настоящий момент проводится проверка по факту установления виновности обоих участников дорожно-транспортного происшествия. Привлечь. Ну, тяжело привлечь, но тяжело.